Лучший государственный служащий работает в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии. Сегодня в Доме правительства подвели итоги профессионального конкурса. Он прошел в 9-й раз. Добрый день, уважаемые коллеги. Стать лучшим госслужащим значит подтвердить свою высокую квалификацию. За это звание в этом году боролись 14 человек. Претенденты защищали свои проекты, предлагали новые подходы к управлению, озвучивали свое видение современной государственной политики. Участники конкурса, они очень креативные, они очень интересные, они предлагают решение простых вопросов, которые лежат на поверхности, а по роду своей деятельности, текущей работы, все это нам не позволяет видеть. Повышение престижа госслужбы и мотивация молодых специалистов – основная цель конкурса. Лучшим госслужащим стала Елена Трофимова, главный специалист-эксперт Минстроя Чувашии. На своей должности она трудится уже 8 лет. Я в рамках выполнения своих функций осуществляю контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства градостроительной деятельности. И моя работа посвящена механизму оптимизации данного контроля. Мною разработаны материалы, которые помогают главам и их работникам поселений наилучшим образом осуществлять градостроительную деятельность со ссылками на нормы законодательства. Второе место заняла заведующая сектором Минкультуры Чувашии Татьяна Малеева. Третье место у начальника отдела Минсельхоза Чувашии Ольги Кудрявцевой. Новые знания, приобретенные в ходе подготовки к конкурсу, помогут участникам двигаться дальше по карьерной лестнице. И все же победители считают, что высокие оценки – это своеобразный аванс, который нужно подкреплять ежедневным трудом. Рифат Фаткулин, Павел Ередков, Республика.